Скажу вам без кокетства, мы все с планеты детства. Там весело смеются, рисуют и поют. Неважно, кто ты, где ты, мы все с одной планеты. Где маленькое счастье бесплатно раздают. Детство – время подарков, веселья и развлечений. Пора, которая считается самой веселой и беззаботной в жизни каждого человека. Почему? Потому что взрослые пытаются защищать своих детей и оберегать их от любых невзгод. Именно об этом нам напоминает особый праздник – День защиты детей. День защиты детей – один из самых старых международных праздников. Появился он 1 июня 1925 года. В этот день китайский консул устроил праздник для сирот из Китая, которые живут в США. В 1949 году 1 июня было решено считать Международным днем защиты детей. Еще через год у этого праздника появился свой собственный флаг. Похож он на простой детский рисунок, зеленый фон, в центре которого изображен земной шар, и маленькие разноцветные фигурки, которые гораздо больше самой Земли. Это символ того, что благополучие детей – наивысшая ценность в мире и среди любых национальностей. Это не просто дата, а светлый и радостный праздник – Международный день защиты детей, который отмечается с 1950 года. События празднуют практически во всех странах, в том числе и в Узбекистане. Thank you.
Испании празднуется 5 января. На самом деле это религиозный праздник, на который три короля магии разъезжают по городу, и любой ребенок может сесть к нему на колени и получить подарок. Но при условии, если он будет хорошо себя вести и слушаться своих родителей. В Швеции существует разделение праздников для мальчиков и для девочек. Для мальчиков празднуется день 7 августа. В этот день все мальчики одевают костюмы лангустов и в надежде на то, что когда они вырастут, они будут такими же храбрыми, как и лангусты. Декабря отмечается день для девочек. В этот день все девочки одевают белые платья богини Люсии, ходят по городу и раздают подарки, пирожки, конфеты другим детям. День детей в Бразилии отмечается 15 августа. Этот день также является национальным днем борьбы с эпидемией. В этот день врачи всей страны осматривают детей, а также делают бесплатные прививки от полиомиелита детям до 5 лет. Главная цель праздника – призвать всех взрослых к обеспечению детей благополучием, социальной защитой, образованием и духовным развитием, независимо от их нации, происхождения и цвета кожи.
создан детский фонд ЮНИСЕФ, действующий в более чем 190 странах. В центре внимания фонда выживания, развития и счастливая жизнь каждого ребенка. Взрослые должны стараться сохранить детство. Именно поэтому существует множество организаций, которые призваны защищать детство. Одна из таких организаций – ООН. В 1989 году была создана Конвенция